Блять, что за хуйня? Провел два концерта в Казахстане, было очень круто. Но меня там напоили кумысом, меня пиздец как расплющило, я не могу, блять, помогите. Мен казак болдым, комекте синиши был газил МС, маниту си на тиндер, не сдерши. Что? А зачем тебя смотреть? Затем, что я это охуенно все комментирую, да? Я смешной, харизматичный, интересный человек. Тебя охуенно, блядь? Ну, смотреть, как чел просто пожирает какой-то бургер, зачем? Тебе что это даст? Странная штука, в которую я играл, самая странная вообще в жизни. И мне кажется, что эта игра реально какую-то травму во мне сделала, потому что я реально это запомнил. Так. А, ну ладно. Ну это реальное говнище полностью, вообще. Мне полностью все понравилось. Посмотри на камеру, как на своего врага. Стой, досмотри до конца. Я хочу купить аккаунт на Lol Steam, Epic Games, Spotify, Telegram, Steam. Ты найдешь то, что искал, заходи к ним. Самый безопасный сайт — это Lol Steam. Lol Steam купить или продать, выбор большой, посети сайт. Выгодный прайс, если хочешь играть, посоветуй друзьям, регистрируйся сам. Когда зашел на мой стрим, у меня вдруг неожиданно начинается политика. Это что? О! Вдруг все мертвы, а я... Блять. Это живой? Я Алёша, это знает каждый. В этих стенах, ну в этих стенах я самый важный, потому что я отважный и бесстрашный. Бу, испугался, не бойся, я друг. Я тебя не обижу, иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со... Не, ну Тоха реально не обидит. Ну, посмотри мне в глаза, ты видишь меня? Я тоже тебя вижу. Давай смотреть друг на друга до тех пор, пока наши глаза не устанут. Да, блядь, все, давай, меня заебал этот мем, знаешь, где этот чувак просто говорит, а потом у него вставляются вот эти буквы везде. И типа это глубоко, но на самом деле же это шваль, ну просто шваль, понимаешь? Шваль. Я с шваль, кста. Секунду. Тут наркотики, опьянение, будь потребление табака, матюки, голые сиськи. Это что, Анапа, блядь? Ой, блядь, собака, извини, испугал. Бу! Хесус. Бу! Испугался, не бойся. Я друг, я тебя не обижу. Иди сюда, бля, иди ко мне, сядь рядом со мной. Летит на самокате, долбоёб. Крутит головой, попадает в стол. Эва, где мемы со мной? Понятно. Все, спасибо всем большое. Я вас, блядь, уважаю. Александр. Так. Ух ты, блядь. Ну я-то помню, да. С Шадоукека мы недавно виделись. А еще я вижу, как все изменились. И поднабрали немножечко массы, кроме меня. И вот это мне непонятно, как это работает. From Hearts. Нихуя ты. Так у меня эта кофта, кстати. Ой. У меня эта кофта осталась, кста. Где худи, кста? В спальне лежит, в тумбочке. Да. Потяни. Не, вот тут сверху потяни. Рик, ты долбоеб? Ну потяни. Дрэк, это я тебе дарил. А, блядь. Иди нахуй, я не помню. Я чуть дольше, и оболочки стали настолько прочными, что раздавить их теперь не так. I have two sides. Какой Дрэк хороший.
Какой он хороший! Ну, ну актриса-то, посмотри на нее. Ну, посмотри на красотку. Ну, такая вообще. Надежда. Вот что я тебе скажу, друг мой. Опасная штука. Да. Тут, стоп, а почему я... Ну, ладно. Одежда может свести человека с ума. Ну да. В рабочем месте. Че, блядь? Этот стример притворился инвалидом-колясочником и благодаря этому за один год собрал огромный онлайн и даже стал партнером Твича. Но однажды он забыл выключить стрим и прямо на глазах у своей аудитории встал с инвалидного кресла. Понимая, что натворил, он возвращается, чтобы ограничить поле зрения камеры и опускает ее. Важнейшая новость прошедшей недели заключается в том, что... Да я сосал. Здорово, хуй! Так, пора бы нам уже добавить смайлик как с ДК, только теперь с Дрейком. А что значит выберет два волка? Вот это и это. Это на фон бете, да? Супер выигрыш! Мега выигрыш! Батиста, я на киск. Даю для вас букеты, но мне не создать цветы. Бригаду! Ну, он не создает чего-то кардинально нового, как и все мы, а просто творит из того, что есть. Че, на, блин? В школу ходите или в этот институт? Зачем? Не, чтоб как все нормальные люди ОБС скачать и стримить начать. И жить на донатах. Учитесь, ходите куда-то, что-то изучаете. Ходите в эту школу. Научиться читать, писать можно и без помощи школы. Ебать, база, по-моему, вообще абсолютнейшая. Ага. Я думал, демонов, блядь, изгоняют. Тоже так не умею, если что. Все, что было перечислено, молнии из глаз. А я вот умею, у меня вот и молнии из глаз, и замедление. Да, бля, молния — это уже все. Уже не в тренде. И вообще-то ты... Бака. Мои суприм трусы испачканы в сиропе. А все из-за того, что штаны спущены до жоп. Стин, сделай что-то для Эдита. Не, трансформатор звучит по-другому. Он звучит типа... Не, так звучит шмель, когда летает. Largest campaign map that we've ever created. Бля, когда уже фашистов хуярить будем? Чё, блядь? Чё это такое вообще? Не понял? Животик не болел, не было похмелья, принимает и разъедет от отравления. Так, все, добавляйте смайлик, как с ДК, только с Дрейком, блядь, пора. Нам ещё дорого. Хорошо. Ладно, спасибо. Добрый день. Что у меня с лицом тут? Тоха и Илья занимаются зарядкой. Бля, ну сука, по-любому нахуй! Кто-то сейчас в нарезке это смотрит. Почему не приходим? Быдло. Когда вокруг все не попало, но и мир уже целиком сошел с ума. А хуйня. Мне все равно, я у себя в праничном домике. Можете потом сделать мне на гринскрине вот сюда что-то? Ура. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Буду, блин. Нет. Я помню теннис большой, я помню. Да
я сам сосал. Как-то сам себе миньет. В чем моя особенность, чем отличается от других? Конченая прическа. Второе это... Охуел. Ну я в целом конченый. А еще я не сыкло. Мне пох... Что хочу, то и говорю. Суть тренда посмотреть на камеру, как на своего врага. Чтоб животик не болел, не было похмелья. Принимай. Я не понимаю, для какого детского сада эти нарезки, господи, блядь. Это травление. О нет. Я люблю твой. Бля, ну воёбы, сука. Идите нахуй. Бля, могли бы голос ему поменять, типа детский сделать, сука. Настолько людям лень делать тиктоки, что ну, о господи, блядь. Не мотай. А, блядь, дерьмо, блядь. Слушай, это твой форсьют. Да, видишь, у меня на поясе висит штука, которая пенис мой прикрывает. Я ее поднимаю, подхожу к твоей маме и по губам ей вожу, блядь. Вот. О, да, а потом мне говорят, Хесус, ты заебал про мам говорить. Ксюха спит, а Ксюха обычно спит голая. Ну, потому что со мной же спит. Музон. Итак, парни. Качает! Кто-то, если меня сейчас перебьет, тот... Ебать, ну шо, вино хлещет с пивного стакана? Там просто стоит бутылка вина и, блядь, пивная кружка, наполненная почти полностью вином. Признается навсегда, до конца жизни, ебаным лохом. Давай, за жизнь молодую! За радость! Подожди, стоп! Готов? Сижу со своей сучкой. Сука, блядь. Всем привет, это мое первое видео. Ебать, а шо тут вообще с ним? Че? Всем привет. It's the dark with bad girl. Да, первое, что за говно, вы... блядь, боже мой. Всегда, когда заканчиваете фразу, всегда говорите Блядь, что за как хрень? Как стать bad girl? Первое, у вас должна быть черная одежда. Ну я уже проиграл. Смотрите на всех косым взглядом. Как это вообще? Третье, будьте всегда накрашенными. Например, накрасьте реснички или накрасьте губки. И четвертое, если вам хамят, то хамите в ответ, но только красиво. О, это я умею, да. Короче, я по всем параметрам подхожу, кроме макияжа, блять. Охуеть, сука. Это Лерон Барон, я долбоёб, у меня в жопе Гонконг. Обожаю чисто крутой рэпат для соседа, он не любит мой тупой тупаки. Обосрал штаны, мне в мать... Да надо хуей рисовать было, а не огурцы, алло. Зала, брата, ты нахуй иди... Или какахи. Мне говорят, бро, зачем... Когда вокруг все не попало, но и мир уже целиком зашел с ум... Не понял. Сергей Симонов в 89-м скваде? Мы за окном даже морозы или тропики. Мне все равно, я у себя в праничном домике. Смотрите, короче, обцепили молодого. О, господи, бля. Молодого. Беги. Сука. Целевая, блядь. Подожди, там кто-то с флагом, что ли? Ай, бля. А у тебя? У меня только взрослый, исключительно взрослая аудитория. Я, по крайней мере, могу делать выводы, исходя из того, кто меня узнает здесь, в Америке. А это в основном взрослые люди, каким-то таким вот образом, так вот как-то получается. За окном даже морозы или тропики. Мне все равно, я у себя да! в домике. Сейчас, во время прямой трансляции, говорю сейчас, потому что знаю, что мои предыдущие трансляции смотрят достаточно много людей. Круто! А со мной такие нарезки кто делать будет? Это тоже крутой, блядь. Вообще-то, реально. Я Алёша.